Получилось. Дверь должна открыться. Давай посмотрим, что за ней. Затмение. Они здесь. Обойди их. Закрепили! Гея, она там, на втором этаже. Доберешься? Будет непросто их обойти. Помогите, братья! Сейчас ты узнаешь, что такое... От тьмы не спрячешься! Прощай, ничтожество! Время битвы пришло! Если не будем драться, нам всем конец! Тьма поглотит тебя! Тебе конец! Тебе конец! Пришла твоя смерть. Вроде со всеми разобралась. Внимание. Структурное повреждение гермозом. Или нет. Умри, Ерик. Вроде все. По крайней мере, пока. Тогда не стой на месте. Найди Гею. Привет, я Марго Шен, а это Гефест. Как следует из имени, это будет подфункция, с помощью которой Гея сможет штамповать роботов. Вроде как кузня, только не все так просто. Вы же, думаю, заметили, что инженеров среди нас только треть. Остальные эксперты по машинному познанию, эвристики, всему такому. Поскольку разрабатывать дизайн и строить все... Кажется, это здесь. Кабинет Элизабет Собок. Опять они. Осторожно. Перед вами Аполлон. Коллективная память всего человечества и источник знаний для будущих поколений. Я Самина Абаджи. Еще недавно я руководила Международным институтом коллективной памяти в Новом Тегеране. Он меня видел. Начинается. Бойся, могущество тьмы! Больше не может. Тихо. Знакомься, это Аид. Аварийный протокол нового рассвета. Реально, программа убийца. Но я знаю, что вы думаете. По-другому наверх не попасть.
Перед вами Элифия, главнейшая и важнейшая программа под функцией геи. Ведь именно благодаря ей человеческая раса продолжит свое существование. Комплексы колыбель. Элизабет говорила, в таких местах родится новое поколение людей. Говорила. Гора Великой Матери — одно из них? Есть лишь один способ узнать. Люк не открывается. Там говорилось что-то про поврежденный альфа-реестр. Надо обыскать кабинет Элизабет. Да, можно задействовать морфологию антилоп. Кажется, раньше здесь хотя козьи демонстрируют большую выносливость. Компонент. Быстро учишься, Гея? Доктор Собек, проведя сравнительный анализ морфологии млекопитающих, я собрала данные о массовом вымирании в четвертичном периоде. И? Какой твой вывод? Гея? По логике, их вымирание было естественным. Продолжай. Но я нахожу факт исчезновения целых видов необъяснимо грустным. То, что они навеки ушли в небытие, вызывает во мне чувство. Будет временная потеря сознания на время транспортировки в Прайм и монтажа. Могу я высказаться не по протоколу? Потом на новом месте мы подключим придаточные функции и проверим взаимодействие. Элизабет, я слышу волнение. Все хорошо? Да, да. Обстоятельства вынуждают нас начать раньше срока. Но все подсистемы работают исправно. Прогноз сейчас благоприятный. Но вдруг... Просто там же нет ничего живого. Даже дышать нечем, выходить можно только в скафандрах. Миллиарды погибли. В страхе, в мучениях. Вдруг... Все это было зря. Вымирание было неизбежно. Благодаря вам у жизни есть будущее. Ты в это веришь? Я верю в вас, Элизабет. Одной логики мало, Тед. Гея должна быть лично заинтересована в успехе. Должна переживать. А если взбесится? Ты забыла о наших ошибках? Ты про свои ошибки? Я говорю, что ей нужен выключатель. Она только что родилась. Я не приставлю ей пушку к виску, пока она в колыбели. По-твоему, это ребенок? А если она станет монстром? Файл с альфа-реестром. Целый? Да, он не поврежден. Тогда чего ты ждешь? Копируй. Теперь я смогу восстановить реестр Священной Горы. Открыть, войти. И узнать все секреты. Где я родилась? Может, узнаю, кто меня родил? Кто? Ты правда такая наивная? Не надейся, что там тебя кто-то ждет. Тебя произвел на свет не кто-то, а что-то. Ублюдок. О нет, я законорожденный. Это ты, Элой, порождение машины. Но какой машины? Для чего? Зачем тебя создали? Затмение. Быстро уходи. То, что ты нашла, бесценно. Ты бесценна. Тебе уготована более подобающая смерть, дитя.
всю мою жизнь мне было твердо известно одно, что моя судьба — стать великим воителем солнца. И оставалась крепка, пока не появилась ты. Когда мне сказали, что ты выжила, во мне зародилось сомнение. Как неизбежен рассвет после заката, неизбежна и гибель моих врагов. Но я ошибся. Как? Почему? С каждой твоей атакой я все вспоминаю. Моя рука... Наверное, даже у такого из ты не убил меня. Вроде и не убийство, а жертвоприношение. Нет. Я ни секунды не сомневался в своей правоте. Просто я счел твое убийство, и я был готов убить тебя. Но не убил. И лишь когда я поймал тебя, там, в том месте, я наконец постиг мудрость солнца. Ты должна была выжить в тот день. Мне было предначертано здесь схватить тебя. Все так, как должно было быть. Что ты болван. Да, опасный. Но болван. Все эти разговоры про веру, про судьбу. Наверняка Аид говорит теми же словами, да? Аид — древняя машина. Плевать ему на Меридиан. Я служу непогребенной тени. Ты правда не слышишь, как нелепо? Раньше ты служил сумасшедшим. Припомню эти... Боюсь, ты не уловил. А настоящая вера... Так открой клетку и убедись, что ты прав. Круг замкнулся. Блудный зверь по... Кстати, после того, как ты обрушила, приказал собрать войско. Все Нора будут казнены. Меня изгнал. Вот как. В любом случае. Я бы и хотел, но твои... Ты обрекла не только себя. Визор. Такое могущественное устройство. Но оно... Такое хрупкое. Без оружия такого не завалишь. Все мое оружие на платформе, и отсюда никак не сбежать. Обращу его силу против него. Я вообще-то тоже на такое не рассчитана. Ничего себе! Колонна треснула. Еще один удар, и она обвалится. Надо заманить бегемота к колонне. Большая тупая мишень. Ну, подходи. Те компоненты по бокам головы. Он их как-то задействует в ходе атак. Вот он ты. Настоящий. Жизнью рискнул. Разумеется.
Без тебя мне никогда не разгадать тайны священной горы. Тогда ты зря потратил время. Вовсе нет. Все то время, пока мы держим... Так что переместите с днем рождения, Ази. Знаешь, ты как нарочно. Посмотрим, где ты родила. Да. До скорого. Стой. Что? Мне пора. Не было печали. Гелис послал отряд затмения на священную землю племя и та... Нет, про... Какие? Когда придем, поговорим. Да, кстати... Ты как всегда... Кто-то же... Элой, я надеюсь... Но! Дымом пахнет. Лесной пожар. Объятия. Сторожевые башни пылают, но стражи успели предупредить племя. Конечно, здесь никого нет. Еще одна битва и еще одно поражение. Затмение идет дальше. Умри, еретик! Там наверху битва. Я слышу. Похоже на Громозева. Зараженный Громозев. Да что ж такое? Затмение. Так и есть, зараженный Громозев. Выжившие должны были укрыться в горе.
Если тоннель обрушится, они окажутся в западне. А я не смогу добраться до люка. Воины, поддержите Элой! Скорей! За Элой! За богиню! За великую мать! Вару и Сона! Они живы! Сразите его! Где она? Богомерзкая тварь! Смерть тебе! В нас стреляют! Разделяемся! Возвращайся в грешную землю, демон! Ты не уйдешь! Зарази, здесь нет места! Да запомнит нас богиня! Почти не считается. Богомерзкая тварь! Смерть тебе! Возвращайся в грешную землю, демон! Он падает! Получилось! Хвала великой... Добейте их! Пусть тьма заберет их всех! Бойся, Нора! Получилось! Это все Элой! Мы лишь помогли! По-моему, это победа! Не верится, что выжили! Ты... Я так рад, Вару. Столько... Я... Мне... Знаю. Тогда... Элой! Ты вернулась. Теп? Элой, итак, ты наконец вернулась? Не пою. Как? Так ты... Мы не из... Она... Посторонь... Элой, все. Право. Будет. Добро пожаловать. Ты уже внутри. Как знала, что ты объявишься? Ну, приступим. Скорее продолжим. Это и есть Элифия. Здесь я родилась? Здесь тебя создали. Эту дверь они сильно не взлюбили. Она была заперта. Конечно, их это злило. Когда-нибудь... Ты всегда так говоришь. Мы хотим сейчас. Там много места. Сейчас, отец. Дети, эта зона пока недоступна. А здесь? Вали его! Внимание, физическая агрессия. Какой беспорядок. Все сломано или испачкано. Я вынуждена вас выпустить. Сколько они тут прожили. Почему у нас закончилась еда? А снаружи?
Есть еда? Мы точно не знаем. Ладно, пошли. Не знаю. А мы сможем вернуться? Вдруг замерзнем? Простите, но это невозможно. Теперь вам придется выживать сами и помогать друг другу. А что будет с тобой? Я останусь здесь, буду спать и буду вспоминать вас. Проводится опознание. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Собик. Можете проходить. Добро пожаловать в лицей, хранилище знаний. Так, что тут было такое? Мечта об Аполлоне. Так и не сбывшаяся. Но почему нет? Приведите объявление для доктора Собик. Просканируйте сообщение визором. Что-то важное. Неисправность модуля опознания устранена. Эвифия 9, выводок 1. Доступ открыт. Должно быть любопытно. Благослови тебя, богиня. Как великая мать сокрушила железного короля, так и избранная очистит эту землю от заражения. Избранная очистит землю от заражения. Мы должны верить в нашей войне. Снег может лечь надолго.